Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас на обзоре будет монета 10 рейхсвенингов, 1940 год, Третий рейх Германии. На реверсе монеты в центре стоит номинал 10, под ним дубовые листья и в центре буква. В моем случае это буква «В». То есть монетный двор Вена. И сверху надпись полукругом Рейхсвенинг. То есть название монет. На аверсе обращенный вправо геральдический орел. Орел сидит на венке со свастикой. Внизу год чеканки 1940 и сверху надпись Deutsche Reich, то есть немецкое королевство или империя. Также хочу сказать, что орел символизирует в данном случае не только власть и господство, но также мужество, храбрость и проницательность. Орел держит в руках венок из дубовых веток, и в центре венка свастика, это символ, который был позаимствованный нацистами у восточных культур и символизировал солнцеворот. На санскрите оно означает благополучие. В западной же культуре этот символ был известен под названием гамадеон, который как бы связан с христианской культурой. Сами же нацисты называли его Hakenkreuz, то есть крест с крючками. Монета выполнена из цинка. Вес монеты составляет 3,5 грамма. Диаметр 21 миллиметр. Толщина монетки составляет 1,5 миллиметра. Гурт гладкий. Ну и цена на данную монету составляет от 0 до 70 гривен в зависимости от сохранности и от монетного двора, где чеканилась данная монета. На этом мой обзор заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и всем до скорых встреч!